Привет всем, друзья, подписчики, гости канала. Сегодня у нас очередная тихая охота. Сегодня у нас 18 августа. Пришли мы в сосновый лес. Он смешанный, который находится рядом с городом. Будем сегодня здесь грибачить. Сегодня пасмурная погода. Иногда солнышко пробивается, но очень-очень редко. Вчера ходили в одну сторону леса, сегодня пойдем в другую сторону. Сегодня я один, грибников много, сегодня воскресенье. 9 часов утра. Сегодня пойдем в другую сторону леса и еще посетим грибную дорогу, по которой постоянно много грибов попадается. Думаю, сегодня что-нибудь найдем. 2 дня льют дожди, поэтому конкурентов в лесу было мало. Все, начинаем охоту. Вот у меня пока такой что результат. Подберезовик, 2 зеленых маховика, даже 3, и сыроежка. Гладыши растут маленькие, полно их. Я уже их насолил. Подберезовик такой уже уставший, как вон тот. Лес сырой. Все сырое. У меня вон лисички попались, их я возьму. Эти 2. И вот здесь. Нет. Еще вот здесь вот лисички есть. Вот. Семейка. И вот здесь. Все, вытаскиваем их. Аккуратно. Потом ножиком почищу. Грибницу засыпаем. Все. Красота. Подберезовички попались. Цветные. Смотрите. Вот один. Оп. Ну да, они уже такие, наверное, большеватые. Я их, наверное, если чистые будут, на сушку возьму. Вон тот уже брать не буду, он уже престарелый. Вот эти вот вообще почищу, посмотрим. Сейчас еще вон туда дальше пройду. Там осины, березы и ели. Ну и сосны. Такой более подосиновый лес. Хочу там посмотреть подосиновички, пройтись. Думаю, желто-бурых сегодня должны найти хотя бы несколько штучек. Сегодня пасмурная погода. Солнышка не было все утро. Как бы и дождик не начался. Прошел, значит, совсем немного. И попались мне, смотрите, 2 полечка свеженьких. Один. И вот второй. Вон, смотрите, грибной комарик. Видите, жало свое комарик опустил прям в гриб. Личинки откладывает. В польском. Грибной комарик. Вот. В сырую погоду их меньше летает. Вот так вот. Теперь вы видели, как в шапке гриба появляются личинки, потом которые из них превращаются в червяков и сжирают гриб, начиная сверху. Вот из-за таких комариков. Ну ладно.
Сейчас мы его прогоним. Вот и все. Почистим сейчас эти два поська. А еще кроме них у меня попался подберезовичек. Причем такой вот тоже свеженький, хороший. Кстати, те два подберезовика я не стал брать. В шляпке они оказались червивыми. Хоть и немного, но червивыми. А вот этот свеженький, маленький, его мы возьмем. Повсюду грибники. Со всех сторон. Подберезовиков полно в лесу, причем разных. Вот, например, здесь. Смотрите, он чуть не раздавил маленького. Болотный подберезовик. Один. Вот здесь второй. Вот здесь третий. Этих уж брать не буду. После дождей они обмокли. Все сырые. Вот еще один маленький. А то еще посмотрим. Вот этих двух. Как раз. Дальше. Смотрите, что еще увидел. Дальше я увидел вот этот подосиновик. Желто-бурый. Наконец-то первый сегодня подосиновичек попался. Я знал, что желто-бурый мы сегодня найдем. Здесь они растут. Сейчас проверим его на чистоту. Дальше чуть-чуть прям, смотрите, поворачиваюсь. И вот он стоит, красавчик. Еще один подосиновик. Желто-бурый. Ну это смотрите какой. Здоровяк. Просто здоровяк. Тут маленький еще он растет. Присыпем их. Может вырастет. Вот здесь около вот этих вот елок я всегда прохожу. Когда в этом месте собираю, всегда здесь подосиновички есть. О, смотрите, бомбочка какая. Граната. Жесткий, плотный. Красота. Трофей настоящий. Берем. Сейчас еще дальше покажу вам. Чуть-чуть нужно пройти. И вот здесь уже стоят подберезовички. Сыроежек тоже много попадается, но почему-то большинство червивые. Так. Ага, вон. Увидел. Два подберезовика. Даже три. Три маленьких подберезовичка. О, нога какая длинная. Ламху. Один. Возьмем его, конечно, если чистый будет. Такие нужно брать. Вот второй. Одной волной. Одной грибницы. Так, вон третий. Вот третий. Поменьше. Чуть-чуть. Вот. Три подбера молодых. Вроде больше нету. Поэтому идем их чистить. Вместе с подосиновичками. И с двумя болотными подберезовичками. Дальше вон там пойдем еще. Около елок тех походим. Там, правда, грибник прошел только что. Ну, думаю, что-нибудь еще найдем. Вот все здесь же хожу. Вот эти елки под поваленными
деревьями нашел лисички. Вот он, вот лисички. И здесь. Сейчас будем их собирать. Раз, все, чистенькие. Вот такой вот результат с этого места. Вот еще лисички попались. Вот крупненькие такие. Оп. Вот какие толстенькие. Вот здесь лисички. Здесь. Дальше вот сюда они уходят. Вот здесь вот спряталась одна. Сейчас все буду собирать. Вон они. Сейчас все соберу. Все лисички. Вот так вот, друзья, грибы есть, места здесь популярные, много грибников ходит. Сегодня воскресенье, второй выходной день, и вот грибы все растут. Вон там, кажется, еще лисички. Да, тоже лисички. Еще и туда надо сходить. Все. Ладно, собираю. Вот иду, значит, иду по лесу. Шалаш. Ну, я его видел еще в прошлом году. А в этом году вот что еще появилось. Землянка. Ну вот, вышел на дорогу лесную. Хочу до одной грибницы дойти. Там желто-бурые растут, проверить. Смотрите, прям в край дороги. Растет. Красавчик. Желто-бурый подосиновик. Вот таких я в пакетик и на зиму морожу. О! О, какой шарик. Все, по-любому будет чистый. Берем. Солнышко появилось. Вот такое оно пока еще не яркое. Начинает появляться. А я здесь дорогу перешел от подосиновика. И смотрите, вот несколько лисичек уже нашел. Вот и грибница лисичек, какая кучка. Вот одна. Вот стоят. Свеженькие. Лезут. И вот туда дальше они уходят. Сыроежка вон стоит. Крепкая. Надо будет проверить. Ну все, тут грибников много ходит. Начинаю по-быстрому их собирать. Проверю и пойду дальше. Смотрите, друзья, какой я беленький нашел. Белый гриб березовый, маленький, чистенький. Такой на заморозочку, морозильный вариант. Но оставлять его нельзя было, потому что рос он около дороги. Там много грибников ходит, ему вырасти не дали. Поэтому забрал. Дальше. Смотрите, иду, значит, и прям с дороги, вот она рядом,
с дороги прям смотрю, стоит желто-бурый. О. Очередной подосиновичек желто-бурый. Ну, думаю, класс. Возьмем. Смотрю, а рядом-то еще один стоит. Вот. Еще один. Какой-то изогнутый, правда. Видели? Какой. Ну, мы его тоже возьмем, если будет чистый. Ну, думаю, все. А потом-то голову-то поворачиваю. Смотрите, стоят. Подосики. 5 штук там их. Вначале еще этот березовик, вот этот вот болотный, вытащим. Вот он. Сейчас мы его проверим тоже. Теперь идем. Вот понеслась. Один красавчик желто-бурый. О, нога как далеко у него уходит. Сложно вытащить. Опа. Все. Гребницу закапываем. Вот такой экземпляр. Следующий. Прямо вот они в ряд идут, смотрите. Этот здесь. Этот. И вот они прям пошли туда. Вдоль тропиночки. Вот. Второй. Желто-бурый. Дальше. Третий. Закапываем. Вот. Вот этот уже большой. Ну, не знаю. Если чистый будет, возьму, может, его на сушку. Еще один. Вот еще один. Пятый. Это такой средненький. Размером возьмем. Вот это вот гребница. 7 штук с двумя теми. 7 подосиновичков. Желто-бурых. Ладно, продолжаем. Вот вам и грибная дорога. Тут и подосиновички, лисички попадались. После подосиновиков вышел. Смотрите, он маслята. Молодые, крепкие. Вот один. Масленочек. Вот еще один. Видите, какие. Сейчас их проверим. А дальше-то, смотрите, первый раз такой вижу. Беленький, березовый и подберезовик. Молодые, свежие. Двое. И растут рядом. Обалдеть. И белый подберезовик. Я же сфотографировал для Инстаграма. Ой. Класс. Крепенький. Оп. Подберезовичек такой же. Вот. Рядышком росли. На грибной дороге. Я здесь бывало вдоль этой дороги шел. Штук по 15, по 20 маленьких таких вот. Морозильный вариант. Беленьких собирал. Ладно, сейчас еще походим по этой дороге вдоль нее. Грибная дорога, она всегда преподносит результат. Вот маслята, еще 2 штуки маленьких. Сейчас разводим. Проверим. Червивый. Тот, что побольше. А шляпка чистая. Возьмем на еду. Ладно, пока никого нету рядом. Пойду дальше, дойду по этой дороге.
Смотрите, что творится, друзья. Грибная дорога. Вот прям, видите, в траве стоят. Это березовик. Чернеющий, или как он? Черный. Вон какой маленький и беленький. Смотрите, какой красивый. О, плотный. Белый гриб березовый. Тогда тяжелый какой. Сейчас проверим, может, что-нибудь возьмем с него. Вот так вот прям в край дороги. Все, продолжаем. Грибная дорога продолжается. Только срезал несколько маслят, уж не стал их показывать. А потом раз смотрю, они тут не одни, а с ними еще подосиновик красный, молоденький, как-то в бок растет. Оп. Прямо на дороге. Видите, трава тут прилипла. О, какой. Больше половины грибов набрал на этой грибной дороге. Либо на самой дороге, либо с краю. Вот она, дорога идет. Вот дошел до сюда. Здесь грибница. Желто-бурых, но их сегодня здесь не нашел. Может, кто-то их собрал. Зато есть лисички. И есть подберезовичек молоденький. Сейчас его сразу срежу. Оп. Чистенький оказался. Красота. Берем, сейчас уже повернем в сторону дома. Пойду около грибной дороги с одной, с другой стороны. Ух ты, белый какой стоит. Сразу его не заметил. С того, кстати, белого я срезал чуть-чуть. Посушить. Можно сказать, часть шляпки. А здесь, смотрите, какой такой же здоровяк. Ух ты, да еще и чистый. Обалдеть. Возьмем тогда его до дома. Столько ножки, конечно, срезал. Но уж старая, ладно. Выкинем ее на размножение. Все. Берем. Такой здоровяк можно взять на сушку. Или пожарить, вырезать тонкими ломтиками. Если, конечно, шляпка будет чистая. Ладно, продолжаем. Ну вот, дорога. Вот она здесь проходит. Даже машина какая-то стоит. Грибников. А вон грибник какой-то едет. Грибники задвигались ближе к обеду. Я уже иду по этой дороге грибной домой. Последние грибы вот, наверное, нашел уже. Вряд ли, наверное, больше попадутся. Тут уже сейчас скоро город начнется. Но если еще что найду, покажу. Вот нашел лисички. А рядом, смотрите, какой-то гриб растет. Все, наверное, буду прощаться. Спасибо всем, кто смотрел. Грибалка на сегодня закончилась. Если видео вам понравилось, не забудьте его оценить, пишите комментарии, переходите в описание, там будут ссылки на мой второй канал, на мой инстаграм, там будут фотографии сегодняшних грибов, результаты с выездов грибных. Грибное лето у нас продолжается. Видео будем снимать почти каждый день. Я еще и завтра, и послезавтра. Вчера также ходил 4 дня подряд. Хожу за грибами, снимаю видео. 4 дня подряд буду ходить за грибами, снимать для вас видео. Видео будут выходить постоянно. Плюс еще и зимой. Ну все, всем удачи, здоровья.
До новых встреч на канале. Пока.